В иракском Багдаде силовики освободили Министерство транспорта, захваченное террористами. Как сообщают местные СМИ, здание удерживали 6 бандитов. Сначала боевики взорвали у ведомства бомбу, а затем, воспользовавшись паникой, сумели проникнуть внутрь. Взяли в заложники сотрудников министерства и через некоторое время убили 9. Здание удалось освободить штурмом, а в нем принимали участие сотрудники охраны учреждений и полицейские. По официальным данным, в результате операции по освобождению погибли по меньшей мере 24 человека, включая 6 бандитов. Еще 50 получили ранения.